Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи. Сегодня у нас небольшой внеплановый подкаст, и связан он в основном с выходом различных серий. Как такового расписания у меня никогда не было на канале. У нас, в принципе, всегда серии выходили рандомно, что-то выходило чаще, что-то выходило реже, что-то вообще, в принципе, заканчивалось просто из-за того, что людям это было менее интересно, чем что-то другое на канале. Поэтому, ребят, вот сегодня решил сделать подкаст, поговорить на тему именно выхода серий и на тему выхода прохождений, которые будут. Именно прохождений. Это не будут какие-то различные видео, которые могут выйти, могут не выйти. Это будут именно полноценные прохождения, которые у нас уже были давно на канале. Ну и сейчас хотелось бы их вернуть, конечно. Начнем с FIFA. FIFA у нас карьера за Зенит, карьера за Атлетика, две карьеры за футболиста. И в планах есть карьера вратаря. Она, в принципе, уже создана, но пока я не берусь ее снимать. Так как, в принципе, и карьер довольно много. Кто-то ждет карьеру за игрока, кто-то ждет карьеру за Атлетика, кто-то ждет карьеру за Зенит. И все это выходит нечасто. Нечасто, как хотелось бы. Я, ребят, вас прекрасно понимаю, но поймите меня тоже. Я разорваться просто не могу. Канал — это не основная моя работа, это не основной вид заработка. И здесь я не получаю тех денег, на которые мог бы жить, поэтому приходится уделять время в жизни каким-то видам заработка. Также есть свои личные дела, свое личное время не всегда получается снять. Если вы видите, например, серию FIFA, скажем, которая идет 10 минут, это не значит, что я на ее запись потратил 10 минут. Я уже много раз говорил, и это отнимает время, это отнимает силы. Кто-то скажет, ты просто играешь в игры, но, ребят, это тоже требует своего какого-то настроя. Это не просто сел, пернул там где-то в уголке и типа серия вышла. Нужно снять, нужно ее отрендить, нужно ее залить. На это все требуется время. И, например, не всегда ты по состоянию здоровья можешь просто сесть и записать. Иногда ты просто сонный, например. Иногда ты простывший. И хочется выложить более качественно. В последних роликах иногда у меня появлялись проблемы со звуком. Сейчас я их тоже решаю. Иногда были заикания, иногда были режим эхо. Это было связано с обработкой шумоподавления. Сейчас я поставил стандартную программу от своего микрофона. Я надеюсь, что все будет в этом плане нормально. По крайней мере, я надеюсь на это. Вот. Также, что еще хотел сказать. Также у нас в ВВЕ идет карьеру. Мы вышли наконец-таки из NXT. И уже следующие серии будут в карьере ВВЕ. Высшей лиги. И что еще хотел сказать. По поводу всех остальных видео. Это UFC, это My Summer Car, Division, DayZ. Battlefield 1 планируется на канале, он у меня уже приобретен, но пока никак записать не могу. Также в планах есть куча других игр. Может быть, это будут первые взгляды, может быть, это будут какие-то небольшие циклы прохождений. Также в планах есть пройти, наконец-таки, Metro Last Light, который я многим обещал. Кто-то скажет, это старая игра, уже все в нее играли, но, ребят, играть это одно, смотреть чье-то прохождение с комментариями это совершенно другое. Как бы я вообще не понимаю людей, которые смотрят какие-то прохождения на Ютубе, говоря о том, что я там уже эту игру прошел, я там это уже старая игра, в нее все играли. Ютуб создан не для того, чтобы просто... Ну, я не знаю, разные люди, конечно, но лично я не воспринимаю прохождение на Ютубе как просто посмотреть игру в смысле прохождения. Типа, о, ну я уже посмотрел, все. Каждый человек проходит ее по-своему, каждый комментирует по-своему. Многие смотрят прохождение именно из-за комментариев самого летсплейщика. И я считаю, что я делаю это как-то по-своему, и есть тот круг людей, которым это нравится. Поэтому, скорее всего, вот какие-то игры прохождения будут на канале. Буду стараться находить время. Возможно, буду стараться по 2 видео в день выкладывать, потому что в планах очень много видео. Но
сами понимаете, каждый, буквально каждый день, каждую неделю, каждый месяц выходят новые игры, что-то хочется затронуть из старенького, что-то хочется затронуть из новинок, так скажем, не отставать от других каналов, вот. Поэтому, ребят, стараюсь зацепить и что-то новое, что-то старое, что-то у нас постоянно идет на канале, такие видео, как FIFA, UFC, WWE. UFC, кстати говоря, планируется новая карьера, не переживайте, а то многие спрашивают, будет еще. Да, ребят, будет, хочу еще и в онлайне попробовать в Ultimate Team режиме, но не знаю. Я все-таки любитель в UFC, и как это получится, я, честно сказать, не могу. Но будем надеяться, что все будет круто. Надеюсь на вашу поддержку. Ребят, в принципе, вот по сути, будет плавающее расписание. Все зависит от вашей активности под видосами. Ну и плюс буду стараться, конечно, выкладывать те видео, которые я давно хотел снять. Это Division, Battlefield. Есть еще пару проектов установленных уже, но не снятых. Буду стараться снимать. Может быть, буду стараться снимать как-то все разом. Выкладывать это постепенно по времени, если получится. Ну и будем идти, будем стремиться. Нас уже больше 100 тысяч. Всем огромное спасибо, кто подписался на канал, кто ставит лайки, кто комментирует, рассказывает о нем друзьям. По поводу стримов, стримы в ближайшее время, я думаю, сделаем стрим, может быть, по FIFA, может быть, почему-то еще, не знаю. Так что вот как-то так, ребят. В принципе, на этом все. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр подкаста и увидимся. Пока-пока.